Вот неплохой образец кварца. С одной стороны несколько кремового цвета. Вот, заметно. Такой прямоугольный образец из нового проявления. Новое проявление озерного. На размер на фотографии будет указан. Один образец большой с асбеста, с Баженовского. Ух ты! Здесь и кварц, и медная зелень, и гранаты кое-какие из пессартин. А это вот зеленоватый, это везувиан. Тяжелый, конечно. Интересный образец. Ну вот еще один весьма интересный образец. Только что сполоснул его. В большой глыбе кварца находился, пришлось располовинить. Вот там вот маленькие животки. Вот тоже. Но интересно. Кварц такой интересной формы, и на нем мелкие кристаллики наросли. Ну, очень интересно. Такие какие-то уплощенные. Места им, видимо, не хватило.